Давайте смотреть реализованную ванную. Его стилистика и цвет, она поддерживает цвет стен спальни. Также я тут хотела вот эти две стены обыграть более интересным керамогранитом, терраццо. И чтобы разбавить всю эту бежевую гамму, я добавила черные детали. Их мы можем видеть в смесителях, в черных ручках дверях и светильниках, где мы можем видеть по всей квартире. Также здесь представлено у нас зеркало с подсветкой. И подсветка в мебели, что создает очень уютное такое пространство.